Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Полезные советы». Сегодня мы поговорим о том, как лечить гипотиреоз народными средствами. В конце видео вы узнаете рецепты лекарств для борьбы с гипотиреозом. Эндокринолог мне как-то осторожно сказал: «У вас дисфункция щитовидной железы». Позже я узнала, пройдя круги ада, анализы крови, УЗИ железы и так далее, что у меня гипотиреоз и уже образовались узлы. Моя бабушка начала настаивать, что будем лечить народными средствами. Мол, у племянницы ее соседки по поселку такое же заболевание, и она себя лечит лекарственными растениями. Но я решила прежде пройти обследование в больнице. К эндокринологу я обратилась с такими симптомами: апатия, депрессия, ухудшилась память, стали активно выпадать волосы, колотилось сердце. И врач мне рассказал, что это все из-за гормонов, вырабатываемых щитовидной железой. У меня при гипотиреозе она вырабатывает мало гормонов, а при гипертиреозе их много. И дальше доктор меня образовывал. Гормоны щитовидной железы играют важную роль для нормального роста, развития и обмена веществ, температуры тела и кровотока. А когда нарушается работа железы, то сбивается жизненная система всего организма. Мне были прописаны гормональные препараты. И тут, к радости бабушки, я стала применять и растения из народной медицины. Поделюсь с вами рецептами. Лапчатка. Она самая популярная в народной медицине для лечения щитовидки. 2 столовых ложки измельченного сухого корня залить 0,6 мл кипятка и настоять в термосе 7-9 часов. Процедить и принимать по полстакана за 10 минут до еды 3 раза в день. В корнях растения вся таблица Менделеева. Мокрица. Делать с растением компрессы на щитовидную железу. Растение хорошо промыть, просушить, мелко нарезать и пересыпать солью 2 столовых ложки на литровую банку сырья. Закрыть крышкой и хранить в холодильнике. Можно это средство добавлять и в еду. Мокрица улучшает работу щитовидки, нормализует сердечный ритм, успокаивает нервы. Укроп, семена и листья шалфея. Они признаны даже официальной медициной. Взять по 1 столовой ложке сухого сырья, залить пол-литрами кипятка и настоять как чай. Принимать вечером перед сном по 50 мл. Одновременно улучшаются работа сердца и состояние сосудов. Сейчас моя щитовидка стала работать намного лучше, и даже врач мне сократил дозу гормональных препаратов почти наполовину. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Благодарю вас за внимание!